Какой-то НЛО к нам прилетело. Снова каждую ночь мне.
скажите мне, сколько может быть 60 миллилитров? Водки в миллилитрах? А еще чего? Может быть, невинного секса? Да! Это мало! Это коктейль есть такой, туда в состав входит калуа, самбука и бейлис. Я знаю, у вас концерты скоро будут, правильно?
Да, концерты будут, но у меня есть микрофон. Мы едем 1 числа у нас концерт в Казани. Кто хочет послушать Казань? Поехали, знаем, мы еще не взяли билеты. Можно, можно еще вписаться и где-то поближе где-нибудь, к родным местам. Поближе где-нибудь, но я думаю летом, на щепки там бывает, рок-н-ролл дают. Вот. Запоминайте, друзья, по-моему, стоит сходить на этих парней. Ну опять же, блином. Вот, блином. Что еще? Что еще? Еще нам можно поехать в Тверь или в Клин. Вы прям гастролируете по ленинградскому направлению. А как тебе конкурс, пока вот твои коллеги собираются? Девушки прекрасные. Я знаю, что тебе хочется очень сильно. Спасибо. Это действительно у человека голос нарисован на экспрессе. Друзья, нет, мы, давай еще поговорим. Расскажи, что как вы образовались, потому что я-то вас знаю, очень много молодежи и неизвестные. Ну смотри, как мы образовались, да? Вот ты берешь, идешь в магазин, покупаешь палочки, берешь барабанную установку, еще по пути ты покупаешь несколько гитар, ищешь вокалиста, да, придумаешь несколько музыкальных произведений, вот, а потом несколько лет играешь и... Вот, рецепт успеха группы «Парасольки». Давайте представим с участником, вы же все студенты МИЭТа, бывшие, нынешние. Ну, по старшинству, наверное. У нас Евгений Хмельницкий, выпускник уже. Окончил МФР, да, МФР. Вот, Миша Попов у нас аспирант МФР. Так. Так, гитарист второй. Так, Дима, я, мы магистры МФР. Так, я чувствую МФР уже, да? Я боюсь сейчас сказать следующую фразу, может быть, КТ все-таки база, нет? Ну, на самом деле, барабанщик наш Тимур тоже с МП, так что МП рулит. Но продолжая эту тему, скажу, что человек, который помогает нам писать тексты и песни, он с КТ. Вам осталось найти применение. С КТ у нас Саша Ковалин, а барабанщик Тимур Гумак. Это я знаю. Я просто забыл сказать. Так, вам осталось найти, задействовать дизайнера, Ильяс, ЭТМО, и все, и у вас полный комплект. Ну смотри, Ильяс уже у нас есть. Тихо, Брит, я забыл Брит, да? Я никак не могу... ИНУ! Друзья, ИНУ просто рок-н-ролл... Ладно, я не буду говорить. Нет, ну МП мощнее, потому что у нас еще наш звукорежиссер Паша Дашков, он с МП. Да. Ну смотри, семья у нас уже есть, да, Наташа Коваленко. Вот, и... так. Ну все, набирайте уже потихонечку. Как вы задействовали ребят с НУПа? Давай, фантазируем. Ребят с НУПа, как бы вы задействовали? Ну я думаю, надо сделать хор барабанщиц. Хор барабанщиц? Да, смотри, начинается песня, да, после гибрида. Выходит хор барабанщиц, начинает долбить барабан, да? И в общем, приходит куча народу, да, все это массово очень происходит. Вот, и получается феерическое шоу продолжительностью 1.5 часа. Класс, да. Этмошников. Так, Этмошников. Ну, например, у меня есть сосед Леша, он с ЭТМО. Вот, он может оказать хорошую моральную поддержку. Так, Ильяс, есть Брит. Брит, так, ну что будем с Бритом делать? А почему ты заставляешь меня решать? Почему? Потому что видишь, ребята таскают тяжелый предмет, а ты микрофончик отнес и все. Ну я так понял, мне его надо уже отразить, да? Я думаю, да. Давайте поаплодируем группу «Парасольки». Спасибо, друзья.